Здравствуй, Александр. Совсем мало времени осталось до твоего первого выхода, до Арнольда. И как мы и обещали всем поклонникам, будет последнее перед этим выступлением интервью. Огромное количество вопросов пришло через паблик. Отобрали 5 лучших. Если готов, то давай ответим на лучшие вопросы из тех, которые тебе присылались. Да, конечно. Приветствую, дорогие друзья. На самом деле, спасибо вам за те вопросы, которые присылаете. Их действительно очень много, и все они уже такие более смелые, более здравые, да, и, ну и на самом деле по делу. Поэтому сейчас я попробую ответить на те вопросы, которые мне показались более самые интересные. Хорошо. Итак, вопрос первый от Руслана Гасанова. Есть ли спортсмены в бодибилдинге на данный момент выступающие, которые мотивируют вас и являются для вас идеалом? Да, конечно, безусловно. Это не секрет, это просто мистер Олимпия. Независимо, кто это. На сегодняшний момент это Фил Хит, да. Завтра это может быть кто угодно. На сегодняшний момент только мистер Олимпия является мотиватором и действительно образцом для подражания. Это именно это лично для меня. Поскольку сейчас задача стоит соревноваться с самыми лучшими атлетами. И это для меня самая-самая большая мотивация.